Органы ТОС в Анапе давно стали действенным элементом системы местного самоуправления. 148 домовых квартальных комитетов, работающих на территории, зарекомендовали себя мощной и эффективной силой. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку. Поддержку общественности во всех направлениях нашей деятельности. Подчеркиваю, во всех. Форум органов ТОС – место встречи единомышленников-патриотов своей малой родины. Их миссия – помочь ближнему, заразить своим примером молодежь, добрыми делами доказать преданность своему городу или району. За 10 лет общественное движение на Кубани по-настоящему окрепло. ТОСовцы – незаменимые помощники в решении самых разных вопросов. Ничего чужого для актива ТОС нету на своих территориях. Это однозначно подтверждается в течение вот этих прошедших 10 лет деятельности органов ТОС. Мы наращиваем деятельность ТОС, а главные исполнительные образования, такие как Сергей Павлович, они правильно понимают роль и значение ТОС в деятельности органов местного самоуправления. Это все идет при поддержке губернатора, администрации края и Законодательного собрания края. Высокий КПД форума неоспорим. Участники набираются знаний и в юридических вопросах, в психологии общения, берут на заметку лучшие примеры в своем деле. Приятно смотреть на людей, которые получают удовольствие от своей работы. Могу дать вам свою личную практику. Я как Аджигинского сельского округа, но проживаю хутор Уташ. По фельдшеру, по детям, какие-то клубные вот эти вопросы, молодежные, ремонты. У нас очень хорошо стало все развиваться. У нас Уташ очень процветает. Мне даже вот наши местные жители говорят: Оксана Ивановна, можно вас независимым депутатом выбрать? Впрочем, на своих депутатов ТОСовцы не жалуются. Начиная с 2013 года, когда движение ТОС получило в Анапе второе дыхание, на территориях народная власть и народные избранники работают вместе. Сегодня, реализуя на практике требования губернатора Краснодарского края Демидова Ивановича Кондратьева, я хотел бы сказать, наверное, самое главное – это в доступности и прозрачности власти. И это делают прежде всего наши ТОСы. Нынешний форум проходит в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между курортными городами Кубани. На мероприятие в Анапу приехала делегация из Сочи. Наши коллеги не скрывают, в Анапу едут за опытом. На вопрос, что для Кубани местное самоуправление, отвечают, не задумываясь. В данный момент, особенно в Краснодарском крае, это дает все буквально. Начиная от воспитания детей, уважения старших, наведения совместного благоустройство своих территорий, города. Все это Совет самоуправления взял в свои руки, как вот раньше, будем говорить, вот были организации от предприятий, там все. А это сейчас все берет на себя. Я думаю, в Краснодарском крае это самое сильное развитие. Чем взять объем России, у нас это на высочайшем уровне. Сегодня деловую программу форума продолжила работа секции. Завтра выезды в сельские округа. Там, на местах, живые примеры деятельности активистов. Их усилия заметны в самом главном – в наведении порядка, в благоустройстве, в создании условий для комфортной жизни односельчан. Прежде всего, общение людей, которые организовывают местное самоуправление на территории. Их положительный опыт, обмен. Вы видели, что зал был полон. И поэтому люди, которые достигли положительных результатов, сейчас на секциях доложат о том, каким путем и как им удалось добиться. В основном это, конечно, касается благоустройства территории и комфортности проживания на территории. Мы желаем успехов участникам форума.